Добрый, на связи МК Баски. Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Hearts of Iron IV. Это у нас уже с вами какая? 15-я часть прохождения Заочный Сильный Союз Нерушимых Республик Свободных. Навеки сплоченной Великой Русью. И сегодня мы с вами, ну не знаю, в оптимистичном варианте добьем Китай, принесем туда коммунизм. А в пессимистичном варианте очень сильно продвинемся и почти добьем. Ну, в общем, посмотрим, что я тут мне сказать. Места, кстати, мало, так что где-то будем рассчитывать на час, час 10, час 20, не больше того. Ну, посмотрим, как выйдет. Вы уже, в принципе, в то время видите. Блин, это великая миграция народов. Вы посмотрите, сколько дивизий сюда идет. Это капец, это весь мир. Сколько с нашей стороны дивизий воюют тут? 2170 дивизий. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Ну, Китай явно не жилец, у него тут шансов нет. Отчаянно бьется об заклад, но это ему не помогает. О, вот только зачем мы сюда высадились, могли бы высадиться в порт. Ну ладно. О, давайте, берите Нанкин. Молодцы, молодцы, молодцы. Это хорошие новости. Так. Покажите лаги. А, я все-таки решил. Выходим! Ну, давайте на свой страх и риск. Попробуем. Может, и прокатит. Тесним, тесним. Я готов. Уга, уга. Выходим. Ой, а я скайп не включил. Сейчас паузу сделаю. Все, погасил. И быстрее игра будет. Только чувствую, что что-то забыл. Что-то как-то медленно идет. Точно скайп. Ну, в принципе. Так, ну тут хорошо. Ох ты. Так точно. Ну, нет, вы... Готов, так будет побыстрее идти. Давай, давай! Тут даже чувствуется сейчас на глаз. Ну, по крайней мере, мне чувствуется, потому что я это записываю. Обычно оно так и было. Ух ты, тут вообще все. Внимание! Ну, попробуйте. Готов! Нет, тогда не надо. Брось! Тогда вы идите сюда. Да юань. Так, 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 так. Идите в порт, в Циндау, сможете. Нанкин возьмете? Берите порты. Залясу блокаду на хрустру. Думаю, где-то успеем. В принципе, должны. Да, успеем. Очень хорошо. Так, ладно. Тут ясно все, тут что у нас. Готов подвигаться. Готов, готов. С чем проблемы? Сталь. Ну, это ожидаемо. Вообще, так точно. Скотина там окопалась, что хрен его выбьешь. Потребуется грантами, чтобы прорвать его задницу. Только одну армию я кину сюда, если они успеют. Вперед, тут, выходим. В принципе... Ну, в принципе... А что, Юнань, это не проблема. Он укопался у себя. У него рекрутов не так много, с другой стороны, это хорошо. Казалось бы, население огромное, а толку мало. 55 тысяч рекрутов, 23 дивизии. Ну, в общем, он быстро пойдет. Смирно! Тупо перемолоть его можем. Даже сами. Не он об нас будет перемалывать, сам его. Без проблем. До приказа. Готов подвигаться. Чисто по фану. Из разряда в руку прокатит. Я готов. Опа. Я готов. Что-то они одырели в край. Внимание! Маленький котел, это хорошо. По две дивизии. Верно! И скоро вы. Ага, скоро все. Там где-то мы конвой потопили. Ага, конвой мочим. Без ресурсов сидит. По-любому. До приказа! Ну все, хана. Вы что, конину прорвать не можешь? Арта не может расстрелять конину? Серьезно? Не поверю. Хоть убейте, не поверю. Так, все хорошо. Готов подвигаться. Ну тут в котел вы упадете. Выходим! Их не делать. По идее, должны упасть. Но, по крайней мере, Пекин взять. А может, из Пекина сюда, кстати, получится. Я готов. Хорошая идея. На свой страх и риск. Ну, падение покинуло. Фу ты, Пекина очень сильно их ослабит. Я готов! В любом случае. Готов подвигаться! Что тут у нас? Третьих.
попробуйте. Выходим. Слушаю. Да, вот столицу перенесли, гады. А, мы ее еще не взяли. Внимание! Просто навалитесь огромной массой и возьмите столицу. У них ресурсов русских не должно быть столько. Ну да, 3700. 45 дивизий, больной ублюдок. Даже у Юнани с населением, ну я грубо говоря, 12,5 миллионов, скажу, больше 12,5 миллионов. Сколько у них там всего? 23 дивизии, у вас, блин, население никакое. 1 400 000. В общем, ни о чем. 3 миллиона будет на всю страну, это уже столько дивизий. Понаклепали клоуны. Клоуны. А, котел можно сделать. Выходим! Угу. Будет круто, если прокатит. Но я на это не надеялся. Вытеснимся с ним. Голубь. Мы под огнем. Так. Слушаю. Не успеем. Так, точно. Даже пытаться не буду, тупо не успеем. Выходим. Кем взяли? Хорошо. Желание катерпилировать. Слава упала. Ну, желание продолжать войну, точнее, не капитулировать. Так точно! Точно. Вот и сидите мы где-нибудь здесь. Смирно! Это наглость. Смирно! Хотя, лучше так. Чё-то он одаревает, я смотрю. Побегаться. Готов! Так, заходите, заходят. Смирно! Конину взять не могут, клоуны. Блин, а... Канина стоит на горе. На горе, Карл. Какая эффективность от конницы на горе? Артой, закидать эту гору и все. Хана этой канине. Он съесть ее, съесть. Я готов. Не, ну мы не будем, какие-нибудь конницы можно отдать. Да выбить его из столицы. Вы должны выбить. Вот сейчас они должны выбить. 11 дивизий, мать вашу за ногу это драть. Сколько туда идет? 4. Эти планы. Вы чё, дебилы, отменили? Я готов. Должны их выбить, вы их выбейте. Бывает. Кстати, когда у нас там война? Швеция. Швиден. 7 марта. Ой, не скоро. А с вами? А, 7-15, ну хорошо. Ост-Индия неплохо так высадилась. Порт контролите. Контролят. Сюда бы прошли бы еще. Вообще бы идеально. Молодцы, молодцы. Нанкин берите. О, прекрасно, он даже не сопротивляется. Он даже не сопротивляется. Схе! Лол. Че, лол, мы не успеем же туда, да? Ты сюда идет. Готов подвигаться. А он без понтова. Не успеете, да? 1.17, подождите, а вы? Нет, смысл есть. Вовремя посмотрели. Успеем. Кстати, можно прорубиться тут. Внимание! Если они охранять не будут, то прорубиться можно. И нужно. В первую очередь нужно. А вторую можно. Угу. Не надо так лагать. Я готов! Слушаю! Жду приказа. Очень хорошо. Здесь не атакуют. Дауны! Диверсант. А, все понятно. Я ж был подумал, что они как обычно это делали бы делать. Решили тупо свалить. Стоп. Слушай. Все может получиться. А может не получиться, посмотрим. Так. Угу. Что за город? Синзин. Синзин? Синзин, судя по названию, где-нибудь здесь должен быть. Синзиане. Синзян, Синзин, один хрен. Ну, вообще-то нет. Ну, да ладно. Хреначки вы. Вы сможете. Вы должны смочь.
превнезмочь. Так, внимание! Что тут? Сквозь реку я, конечно же, атаковать не буду. Кройсь! Вы можете, хотя нет, стойте, стойте, выйдите сюда. Выходим! Здесь сюда. Вы попытаетесь тщетно их выходим! Атаковать. Вы сюда. Вас пока трогать не будем. Клансийская клика что-то замышляет. Почему он не хочет лезть? Все полезли, они нет. Самыми умными оказались. Продолжаем атаку! Продолжаем, продолжаем. Мирно! Выходим! Отчаянно. Угу. Почему бы и нет? Угу, котел. Готов! Пойдем. Я готов! Так точно! Угу. Угу. Кто приказывает? Угу. Выходим! Угу. Внимание! Угу. Блин, Южная Корея еще держится, кстати, на удивление. А, ну их тут держат. Готов подбегаться. Выходим. Мирно. Вы что, не пытаетесь их даже бить? Молодцы. Продолжаем атаку. Пошли, пошли. Да ладно. Мы его еще отбиваем. Лель. Можем даже пройти сюда на свой страх и риск. Потом. Выходим! Потом можно сюда попробовать. Ну, кстати, котел неплохой намечается. У нас тут войск нет, к сожалению, сейчас. О, молодцы. Под Нанкином. Чем этот даун занимается? Принудительная мобилизация. 2% населения. Чувак, у тебя и так дохренище население, ты его не реализуешь. Придурок. Но я не против, зато слушаю. Поддержка войны у него пойдет. А это хорошо. Выходим! Это очень хорошо. Я готов. Готов, готов. Угу. Кройсь! Почему сюда хоть никто не зайдет, не заберет эти земли? Хотя толку от них. Ну, в принципе, да. Но толк всегда есть. Вопрос только, какой толк? Мало или большой? Подвигаться. Нормально, мы тут еще и расширяемся. Здорово. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Обращайтесь. Дауны. Вы же прорубитесь сюда, я надеюсь. Пожалуй, хватит. Выходим. Угу. Вперед! Вперед, вперед. Идем назад! Такс. Готов подвигаться. Угу. Сюда. Выходим! Угу. Ну все, Южная Маньчжурия взята почти. Далянь. Блин, прикол, хотите? Миллион населения Даляни, 1 015 000. Население вот этой у... Ну ладно, поближе. Вот этого квадрата всего большого. 4, 10, 10. Крутое сочетание. Конвой ему мочим. По-любому сидит без ресурсов. Производство всего падает. Очень сильно. Стоп. Ты не рашь, ты притеснил! Ох, больной. О, что он, приказ, убили... да? Больной придурок. Теперь рашьте. Здорово. Готов подвигаться. Пекин еще не взяли. Жду приказа. Угу. Готов. Замахали. Угу. Китай, тебе хана. Я ни на что не намекаю, но тебе хана. Конкретная. Я готов. Что там с Юннанем? Юннань падать не хочет. Не хочет, тварь. Фашизм. Люди откуда-то есть.
Синьцзянь, ну прорвите вы его задницу. Ну просто выпилите его в шопу. Это не так сложно. Внимание! Спасибо за внимание. Смирно! Да, прорваться туда было бы даже предпочтительно. Чтобы с нескольких позиций атаковать его. Тварь, хрен выбьешь. Угу. Вы правда не можете? Держать дистанцию. Ну ладно, тогда не мучите жопу. Выходим. Теперь вы можете. Не поверю, если не сможете. Так, так, так. Выходим. Угу. Если успеете, конечно. Ну, не успеете. Готов подвигаться. Но это не значит, что мы должны забить. Тесним. Мало что это дает, но тесним. Сколько уже? Эта тварь миллион слила за пару месяцев. Ну, как Япония. Ну, с Японией сложнее слить, потому что там какая линия фронта, тут такая широкая линия фронта. О, котел внутри дивизии. Неужели Шанси пойдет? Уже можно, в принципе, атаковать. Главное не переусердствовать, но просто заморозить его. Мирно! Если он захочет что-то непотребное сделать. Кто так умный? Пускай коммуна. Ты чё, дерево? У вас дорог нет. Кстати, тут реально на самом деле перемещаться жопа-то еще. Угу, угу. Да, мы здорово разбираемся с ними. Готов! Ну, а, все. Потому что. Они все обосрались. Так, ладно, хорошо. Выйди с ними! Все-таки вы им дали коридор, да? Ну выходим! Ладно. Вот это была. Была не была, пусть уходит. Выходим! Так, тут. Тут, тут. Так, точно! Угу, точно. Выходим! О, в принципе. Выходим! Так. Готов подвигаться. Угу. Сколько у них дивизий уже? Китайцев. Демократическая лига Китая. 171 дивизия. Был Manpower 26.1. Еще и народ потихоньку сливает. Дунёнок. Что приказы? Котёл! Делайте. Слушаю! О, шляпа земля. CBS Anima все, рекрутов, наверное, нет уже, да? Ну, вообще-то дохренища. Удивление даже. Слушаю! Да тесните вы, Синьцзянь. Откуда у него столько рекрутов? А, все, у него народу нет, все. Все, будет дохнуть сейчас. Уже дохнет. Он просто не рашит, поэтому не совсем дохнет. Ну, воевать с Китаем, я еще раз говорю, это такое себе удовольствие. Юнань, что тут у нас? Куньмин. Стоп, а? Мирно! Ну, давайте суицидальную атаку. Вы, конечно, не прорвете, но... подрочить их хотя бы. Так. Готов подвигаться. Это всяко лучше, чем стоять без дела. Готов. О, дебил. Надеюсь, тремя. О, те уходят армии. Прогуляйтесь. Ну, в порядке. Не, можно даже так наглую. В порядке гипотенуза. Вдруг прокатит, вдруг. Ну, если прокатит, это будет топово. Но я не думаю, что это прокатит. Хотя CBS Саньму мы тесним. Хорошо, так тесним. Синьцзянь протеснили. Вот это как-то не легче. Вперед, выходим. Вперед, выходим. Ну и назад же выходим. Кто приказа? Что-то настолько все плохо со снабжением.
Понятно, понятно, не продолжайте, я там жопа. Тогда, значит, пока какие-то не продаем, с синьцзянем не доразберемся. А тут все они... А, на синьцзяне Юнань можно забить, в принципе. Франсиско, кликаешь, что ты делаешь? Ты из альянса не вышла. Нет? Ну, я смотрю, Остинди тут хорошо зашла, Фудзянь. Малая тут отжигает вообще. Малая, ну, игра слов. Малая, типа, мелкая. Малая, как странно. Опа! Почему встали? Внимание! Мы можем вам помочь. Так, сколько у нас есть времени? Сколько надо идти? Сейчас 18. А, ну идите уже, в принципе. Там монгольцы пытаются прорваться. Монголия, наверное, уже фокус сделала на строительство верфей, да? Да! Монголия строит свой флот. Монголия, за-за, что ты делаешь? Прекрати. Придурки. Нет, ну почему бы и нет? Монгольский флот. Знаете, такие в форме коней лодки, да? Капец. Готов. Китай уже не дееспособен. Корея там пытается отбиваться. Корея вроде как даже пытается отбиваться тут. А, в котле сидите? Нет. Значит, не пытается. Лол. Бидол, как вы туда попали? Не, ну ладно, мы тут одной армии. Но вы-то как обосрались так? О. Хорошо. Смирно! Тихо нахрен. Тут все тухло. Тут... Я готов! О, все-таки прорвали их, молодцы. Успеем, они не эвакуируются, нет. Ну хотя бы одну дивизию брали. Мелочь, не мелочь, приятно. Бегом. Угу. Мы уже рядом с Галмыком стоим. Я удивляюсь, как они нас хотя не берут. И хотят, наверное. Просто им тут углом. Это я что-то... О, прикольно. День-ночь. На что? А, убрать эти... Дивизии союзников. Смирно! А, все, мы не успеем. А с другой стороны там уже идут. А мы не успеем. Ну ладно, стойте в Пекине пока лучше. Пекин не будем отдавать. Да ё-моё, мышка, мышка, мышка. А, нормально. Как сюда попали? Вот кто бросил эту дырку, а? Ну что, они как дебил начинают скакать по линии фронта. И контролировать это невозможно. Смирно! Ну как, возможно, конечно, но бессмысленно. Ура! Готов подбегаться! Ну вы как? О, Нанкин взяли. Круто, круто. Китай начинает что-то подозревать. Ну его еще теснить и теснить, конечно. Дайте угадаю, куда он ее перенес. Ну конечно, сюда, в жопу мира. В Чунцин. Куда хрен залезешь? Ну, хотя, с другой стороны, в принципе... А почему бы и нет, знаете? Все равно тут инвалид. Это рядом. С нашими интересами стыкуется. Что у вас по манпауэру? Так точно. Ни хрена это не продавливается. Если вы здесь не обосретесь, вы будете молодцами. Вот как он обосрался, как он туда попал? Просто спрашивается два вопроса, как и нахрена? Я готов. Ну нахрена это понятно, он хочет дезертировать, а как? Сам что ли пытался это делать? Если повезет. Что приказа? Можем создать здесь что-то наподобие котла большого. Конечно, надо порты забрать все, но тут их не так уж много. На этой стороне есть порты? По-моему, нет.
Нет, тут нет портов, это очень хорошо. Тут всего лишь... Ух ты, круто. Слушайте, это реально котел получится. Портов-то нету. И тут китайцы поняли, что воевать с советами им уже не хочется. Выходим. Готов подвигаться. Готов, готов. Слушаю. Ну сразу до Доляни тогда. Как-нибудь так. С выпендрёжем. Верно! Так, готов подвигаться. Угу. Да, тут мы его хорошо тесним. Кони на конине я бы не стал доверять. Выходим. Ну чё так не... Ну вы дауна. Сейчас у нас проблемы со снабжением начнутся. Выходим. Ну, по-быстренькому, если успеете. Хоть как-то продлить агонию. Так. Внимание. Спасибо за внимание. Такс. Угу. Готов подвигаться. Готов, готов. Ожидаемо. Что приказа? Дебила. Я готов. Слушай. Не умеете воевать, не мучите жопу. О. Выходим! Не, ну если получится, но это не получится. У нас дивизия на 40 сделана. Ну а тут вы можете зайти, вы не заходите. Вы даже из Кашмира их выбить не можете, это кусочком маленького. Придурки, придурки. Ладно, время на нашей стороне, Китай потихонечку сам, основной Китай, падает, а если сам основной Китай пойдет, то и та вся мелкая труч тоже пойдет. Как бы это очевидно не звучало. Целюсь. Целюсь, целюсь. Сейчас прицелюсь. Не поверю, если вы не раздолбите. Вообще можно было бы быстрее это делать, все. Ай. Готов подвигаться. Вот, ну, вот объясните, ну как может быть такими даунами? Я их должен спасать? Нет. Ройсь! Не буду, все убегу. Мирно! Если успеете. Так, ну кстати, порты мы ему тут забрали. Это очень хороший знак. Сеул, не знаю, пойдет, не пойдет. Да, в принципе, и хрен бы с ним даже если пойдет. А, капитуляция только опасна для нас. А в остальном похрен. Пусан перенесете и будьте. Готов подбегаться. Держаться. Или у вас там все плохо? Ну, я думаю, справится. Я надеюсь, по крайней мере. Я не знаю, справятся они или не справятся, но будем надеяться, что справятся. Потому что это надо быть ну, совсем конченным, чтобы не справиться. Учитывая, что мы Китай сами тесним. У них просто прогулка в парке. Я сюда тогда. Внимание! Лель. Че, пель. Че? Тесним, тесним. Но они даже не пытаются. Так, 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 так. О, молодцы, если свяжетесь, вообще будет круто. Ну, хоть что-то делать. Пытаются. Не делают, а пытаются делать. Разница кардинальная, ну, кардигальная. Все же, все же. Выходим! На свой страх и риск. Из разряда, а вдруг? Ох, ёптаю, извините. Да уж. Что приказа? Иракское народное государство. Ну. Слушаю. Не, конечно, Хусейну спасибо, но... Саддаму. Но все же. Обойдемся. Он хочет нам отправить пару бочек нефти. Дивизию послать. Оставь себе дивизию. Я готов. Так, точно. Пушу прям всех. Готов. Готов подвигаться. Стоп, котел? А. Ройс. У нас может быть котел.
Зададим жару! А, не, все правильно, все правильно. Потому что там подкрепление идет. Опа. Готов. Ну это не котел. Там людей не было, так полчаса прошло. Часики. Ну, как минимум, я уже сказал, что пессимистичный, в хорошем смысле этого слова, сценарий у нас уже реализован. Через сколько? Можно быстрее. Выше сильнее. Если наши туда успеют. В чем я очень сильно сомневаюсь. Но попытаться стоит. Три дивизии в котел посадить, это здорово. Ну все, вы, кстати, вот здесь вот сами в котле сидите. У вас тут дивизии овер до хрена. А снабжения нет уже потери, потому что портов нет. Виабаз тоже не должно быть. Зададим жару. Но даже если есть, то какая разница? Брось! Ну, в принципе, да. Тут вам хана. Не знаю, как скоро. Но хана. Внимание! Это точно. Это все мелочи. О! Идем! Идем! Кидайте тупо. А то сейчас Пекин освободят. Мирно! Шлите, они там с саблями бегают. Это пипец. Выход! С хреново. Готов выдвигаться. Опа. Ну кто-нибудь заберет. Готов выдвигаться. Ю. Ну я надеюсь. Идем, дам идем. Спасать не надо, пусть мучаются. Хорошие новости. Смирно. Овер хорошие новости. Если они там сейчас обосрутся, и мы резко контратаку сделаем, то мы их выбьем оттуда. Но этого, конечно же, не будет. Ты хрен с ним. Юнань прорывают. Внимание! Тишина. Иди, иди, мать вашу. Ну не поверишь, что вы меня забьете. Так точно. Ну вообще проблем между прочим. Ну, раньше бы. Тухлятина. Так точно. Ну, блин, посрались. Вперед! Жду приказа. А и тут на потерях. Жаль, что не пишут, насколько сильно. А так было бы интересно знать. У них было там 5000 авиации. Сколько у вас сейчас авиации? Даже не поменялось. Ну, 5700 где-то и было. 5, я имею в виду, полное значение. Закругление хоть даже в ее сторону. Ну, тут, конечно, вы молодцы. Без сарказма говорю. Если вы свяжете, еще их с портов поубиваете, себе порты... А, перехвалил. А как это вы сделали? Вы просто взяли порт и ушли оттуда. Ну и дебилы же вы. Так точно. Дебилы. Брось. Готов. Пусть говорят, что хотят, но это победа. Раньше, позже. А чего вы это Корее отдаете? Я же понимаю, что это ну, заслужили ли они? Продолжаем атаку. Так. Что-то Китай сдаваться не хочет. Отступать не намерен. Там жду приказа. Заходите. Так, Китай, Китай, Китай.
Успеем. Вряд ли. Хотелось бы. Ах, как же это изматывает. Китай не хочет капитулировать. Конечно, не хочет. Зачем ему капитулировать? Подлодку они нам потопили. Как авиация может подавить подлодку? Вот объясните мне. Не, конечно, понимаю, что там можно скинуть всякие. Перехвалил я их. Так. Но если они под водой, как вы ее топите, если даже не знаете, где она? О, наверное, подводные самолеты залетают в воду, ищут подлодку, отстреливают ее из пулемета. Это единственное логическое объяснение. Так. Идем, идем. Угу. Так точно. Выходим. Так точно. Ройс. Все-таки прорвались, да? Слушай, да выбейте вы их оттуда. У него манпауэра нет уже. У него манпауэр на нуле, Карл. У него нулевой манпауэр. Все взрослые проходят службу. Тут давай реформу. Надави еще чуть-чуть сильнее, и у тебя будет полный пипец, чувак. Следующая реформа, последняя, то она всего лишь 5% даст. Все взрослые походят в службу. Это суицидальная. С ней экономика становится невыносимой. Вы должны его задавить. Я не поверю, если вы его не выбьете от седа. Это ж изи. Изи, изи. Вас бы я поделил бы. Выходим. Для большего эффекта атаки. С разных направлений. Так. Что-то они не пытаются. А чё, кстати, он Гонконг не взял наш? Нет. Лень. До приказа. Я готов. В шоку. У венесуэльца проблемы с снабжением, с боеспособностью. Они сами не рады тут воевать, я думаю. Я готов. Просто, ну есть такая страна, ну и есть, что поделаешь. Опа. Опа. Я готов. Опа. Срослась. Звезда. Опа. Так, забирайте все это нахрен. И куда-нибудь идите. Мелочь, не мелочь, приятно. Пол ляма лишними не будет, мэнпауэра. Продолжаем атаку! Кстати, неинтересно глянуть, как у него закон о призыве стоит. А, ну, с такой-то стороны, конечно. Готов! Ну, проблемы с манпауэром вообще нет. Внимание! Вы думаете, только 1.5% от этих вот 400 с копейками. Да ладно! Пакистан пошел в атаку. Ну, не сам Пакистан, но с его направления имею в виду пошла атака. На это даже не рассчитывал. Ну, неужели вы их выбить не можете? Качивайте все. Так. Спасибо, и Саньки тоже, наверное, проблемы какие-то. Не с людьми, а так со снаряжением точно. Да, людей не до хрена, но всего 9 военных заводов. Занимаю укрытие! Так сидите, пикни. Я готов! Готов, готов. Я готов! Выходим! Что у нас? Странно что-то. Странно. Да ладно, вы одну дивизию продаете, можете. Готов подвигаться. Ах, дурки. Выходим. Готов подвигаться. А почему он здесь без снабжения сидит? У него портов нет. У него там проблемы с снабжением реально жесткие должны быть. Мелочь. Внимание! Спасибо за внимание. Так. Что приказа? Вообще надо. Ай, внимание! Тут идут. Ну, Китай ослаблен. Очень сильно. Я его так и не взял. Слушаю!
Зададите, зададите. Кстати, котел намечается. Кстати, этот котел затягивается. Готов подвигаться. Мирно. Угу. На, сами тут котел могут. Я готов. Сделать и сделают. Но мы им все равно тут котел сделаем. Для этих двух дивизий. Эти Дион отобьет, скорее всего. А тему заберем. Кстати говоря. Блять, тупые суки. Тут время просто долгое, проход в горах. Да нет. Вот. А, порт есть, ладно, тогда я думал, там порта нет. Сюда идите. Я готов! Пекин, я вам не отдам. Хоть усритесь. Так точно! Я готов! Он готов. 150 самолетов выключить. Мелочь, не мелочь, приятно. По-моему, вы просрали вот этот квадратик, да? А, нет, там все выходите, да ладно, вы выбейте их! Вот откуда эта магия? Спустя один час там уже еще плюс две дивизии. А, моя голова. Готов подвигаться. По-моему, туда идти это суицид. Суицид. Эвакуируется, Брось! Чувствует котел. Слушаю. Ну, это чисто авантюра. Конечно, там кто-нибудь стоять будет. Но попробовать стоит. Слушаю. В любом случае. Опа! Это кто такой умный? Ненормально, через Пакистан они зашли. Ну блин, у меня армии тут нет. Ну зайдите сюда. А, тут горы. А, это даже на... Нет, это плохо. Вот сюда пройти вообще бы идеально было. Американский танк сюда залез, нормально. Так. Внимание! Да, мы можем вместе с американцами, как друзья, вместе бить Китай. Один удар советских коммунистов, один удар американских коммунистов. Покончит с этим уродливым детищем Синхайской революции. Угу. Ну это ложный цитат, на самом деле такой не было. Кто приказывает? Нет, ну я про ту цитату, которую я пародировал сейчас. Она тут в койке есть как раз такие. Опа! Котел, кажется, котел намечается. Так точно. Но это не точно. Так точно, но это не точно. По-моему, они знают, что я говорю в микрофон и как-то сопоставляют все это. Не исключено. О, все-таки взяли их в котел. Как я и сказал, тут не получилось. Я готов. Тут получилось. Выходим. Зачем вы так сделали? Смирно! Продавливайте уж где-нибудь. Готов подбегаться. Тут они в котле. А, ну я смотрю, тут и с юга пошли. Ну все, они тут уже никакие, там у них нет снабжения. Да ладно, вот опять вот котел упали. Ну какие же вы дауны тупые. Это не наш косяк, потому что по своим войскам я смотрел, все хорошо было. Это опять где-то союзники обосрались, куда-то ускакали. Кто не скачет, то и ай. Внимание! Так. Тогда это много объяснять, кстати. Выходим! Выходим! Точно! Три дивизии, три мотива дивизии. Не поверю, если вы их не разобьете. Сколько у тебя манпауэра, мальчик? Да, такие законы принимать, это кем быть надо? Вы просто стоите или что-то делаете? Молодцы, молодцы. Все-таки у вас есть мозги. Если вот так отрежете их, это с минус 7 дивизий ему. Ну и плюс это земля. Тут все-таки 1 650 000. Это должно ослабить его очень сильно по мэнпауэру. Да ладно, они его не могут выбить. Ну, блять. Так точно. Как так? Ладно, ничего страшного. Все равно им тут хана. Готов. Как бы даже не обс... Выходим! Что-то... Ну чисто на... Да, да.
он сюда не поедет, так что можно. Успеть должны, но это не точно. Так точно, но это не точно. Я говорю, они стебут. Не стоим, идем. Идем назад. Какой нахрен назад? Потому что тут можно... А, тут вы что-то обосрались. Внимание! Так прорубитесь. Не сложно. Выходим! За это денег не берут. Ну это не точно. Так. Заходите сюда, берите порт. И они в котле будут. Там сверху уже прорвали. Тут у него в котле дохренище. Опа, котел. Ну, справитесь. Внимание! Спасибо за внимание. Я готов. Надо кто приказа? Скидывать в море его. Выходим! Выходим! Угу. Потом посчитаю, сколько дивизий. Продолжаем атаку! Угу. Так, это Хоросо. Увидел это МК Баски и сказал, что это Хоросо. Порт никто не идет. Нет. Молодцы. Готов выдвигаться. Господа аметисты. Все. Отрезали. Внимание. Мне все равно сейчас, наверное... Ну, хотя не знаю, вряд ли, но гипотетически могут начаться проблемы со снабжением. Не думаю, что начнутся. А вот сейчас скоро начнутся. Я готов. Да, начнутся. Выходим! И вы в котел попадаете. Раз. Ладно, не вижу, сколько не буду считать. Внимание! Там одна дивизия под знаком. Несколько дивизий под знаком вопроса. Готов! Давайте. Ну. Молодцы, две дивизии в котел взяли. Но это чисто авантюра. Я на нее не рассчитываю, не рассчитывайте его. Так точно. Ну, чувак, у тебя реально проблемы со здоровьем. А, все, у тебя... Вообще народа нет. Вообще. Это значит, что мы можем просто ссать на тебя с высокой колокольни, и ты ничего не сделаешь. Да, боеспособность падает в столице. Полоска уменьшается. Вы реально их продаете? Нет, просто праздник какой-то. Горло никакое последние дни вообще. Вообще. Ну давайте, заходите, берите урумчи. Давайте, давайте, давайте. Внимание! Еее! Если они успеют туда, никто не подосрет малину. Тут не спешат. А, ну он ее бросил. Если, конечно, здесь кто-нибудь не идет. Отседа. Ну что, маловероятно. Что приказа? Ну, можно пока. Выходим! Сюда кинуть. Ну все, ждем, пока они сейчас возьмут ее. Что приказа? В принципе, уже скоро должны прибыть. Ой. Я ой. Печально. Успеют, успеют, я надеюсь. Тогда они капнут. И сразу фронт против Сибэй Саньмы нарисуется более хороший. Его выбьем. Потом на Китай начнем наступление Седа. Готов выдвигаться. А там мы и Юнань можем подойти. Гуансийская клика что-то вообще не спешит. Готов? Пытайтесь. Внимание! Выходим! Молодцы, молодцы, работайте. Да! Котельчик выдался, удался. Котельчик. Удался. Смирно! Чег. Выходим! Нет тут никого. Нет, к сожалению. Все, тесните их тут. Бейте их самыми тряпками. Со всех сторон. Выходим! Угу. Заходите. Тут я тоже котел двигаться. Хороший. Прекрасно просто. Вас. Выходим! Выходим! С Пхеньяна вы их так и не убили. Выходим!
Готов подвигаться. Ну да, неплохо так. Готов подвигаться. Все, Китаю хана. Не знаю, может быть, в концу части мы его добьем. Ну, как минимум, он точно будет готов почти что капитулировать. Быть на грани. Да он уже на грани, по сути. Зададим шар. Так, ну, настроение. Просто ударь дверь, оно рассыпется. Выходим. О, где дивизия? Чё-то никто не спешит их бить. Верно. Я смотрю. Готов выдвигаться. Верно. Жду приказа. Внимание. Спасибо за внимание. Ну что, скоро? Готов. 5 дней. Готов. Да ладно, мы почти добрались уже. Ну, кстати, не факт, что он, или факт, что он капнет. Сейчас глянем. Скорее всего, не знаю. Вряд ли. Ну, может. Отлично, тут котел на 7. Сколько там? 8 дивизий? Да, 8 дивизий тут. Ну, вы разберетесь с ними, вы знаете, что делать. Вы знаете, слушай, что делать. Готов побегаться. Спасибо, Саньманька. Так, так. Что приказа? Ждете. Так, эту штуку открыли, она у нас будет проходной. Кстати, вот этих бонусов катюшем. Так, хороший котел, сколько тут? 4, 5, 10 дивизий. Хорошо. Что приказа? Лучше безопасить на нем. Слушаю! И тут еще слушаю. Одна дивизия. Хорошо. Идем, идем! Готов подвигаться. Угу. Великая Монголия какая-то. Ага. Готов подвигаться. Как в старые добрые времена. Ога. Зададим жару! Я опять что-то нажал. Спасибо за внимание. Ну все, хана им тут. Корею защитили. Корея так и не капнула. Ну, это хорошо. По крайней мере, она выиграла время для борьбы. Так, я отвела на себя дивизии вражеские. Ну, конечно, хорошо, неплохо. Ну все, Китай. Вопросы времени, когда тут упадешь. Тебя даже отсюда теснят хорошенько. Плохо, что Нанкина вас оттеснили. Венесуэлу надо отпердолить. Чем раньше, тем лучше. Слушай! Прикол. О, порт нет. Порт. Там еще, наверное, фокусы выполняет, да? Нет, еще этот. Это мы ловим меньше 140 дней с ним. Слушаю. С Китаем. Это очень хорошее Выходим. Значение, учитывая, что это Китай. Внимание. Гуляют. Заходите. Внимание. Спасибо за внимание. Выходим! Хотя вас сюда лучше, вот Выходим! Вас сюда. Ну, вы отчаянно пытаетесь их бить. Что-то мне подсказывает, гуансийская клика войну так и не вступится. Так точно! Точно. Внимание! Спасибо за внимание. Я готов! Угу. Да-да-да, проблемы с снабжением, бла-бла-бла. 3, 4, 12, 13 дивизий у него тут в котле. Выходим! Просто разом навалитесь и уничтожьте. Выходим! Угу. Все, разобрались с вами тут. Тут с вами тоже сейчас уже разбираемся, по сути. Готов подвигаться. Границу тоже обезопасиваем. Двигаем. Ну, дауны. Так, Нанкин возьмут. Ну что, взяли Урумчи. Да почему, Паша, ну сколько можно?
Давайте уже все. Пришли. Фу, блядь. Я думал, это не произойдет. Ну что теперь? Скотина. Ну, 5% не так уж много. Брось! Просто чуть-чуть его потеснить. Пожим. Ну, и все, он капнет. Так, вообще, да. Тут вы его сами дожмете. Они даже не пытаются, кстати, его дожимать. Там у меня армии там нет. Внимание! Спасибо за внимание. Смирно! Готов? Не, ну это бредовая идея. Выходим! Red idea. Хлебная идея, да? This is bread. Это такой bread. Ох, блин. Голова. Потому что эти постоянные лаги бьют по глазам. Так точно. Так точно. Бить их нахрен. Гнать их с ссаными тряпками отсюда. Куда? Никуда, в пустоту. В точку сингулярности. Сожмите их. И выкиньте. Внимание! В черную дыру. Ну, оценочки. Оценочки. Советская малая советского стендия. Я угораю, что вот эта вот дрочь. Вот эта вот дрочь, но она богатая по ресурсам. Вот это вообще по населению очень богатая. У вас население есть, но оно не такое большое. И они так отжигают. Ну молодцы. Да-да-да, тут всякая передрочка. Дрочка-передрочка. Вы даже Тайвань пытаетесь брать. Ну, а чё вы встали? Дебилы, прогуляйтесь, заберите Тайвань. Это даст победные очки. Плюс ему мэнпауэр понизит. Правда, это все же будет 1.5% от этих 5.31, но все же, все же. Слушаю! Я готов! Готов. Внимание! Угу. Я готов! Готов выдвигаться! Готов! Чувак, ну не капай мне на мозг. Просто капай. Just cap at all. Вперёд! Ладно, Синьцзянь страна маленькая, каждый регион будет пропорционально больше процентов давать. Вот сейчас уже, к примеру, сколько? 23%. Еще чуть-чуть. Ну блин, ну добейте его нахрен. Синьцзянь это мелочь, но мелочь, но приятно. Занимаю укрытие. Зададим жар. Жара задаваки. Жду приказа. Бомбы, круто. Но я их, конечно же, не буду использовать. Я их накоплю. Ну так, чисто в научных целях, скажем так. В целях научно-оборонительных. Но использовать не буду. А смысл? Ай. Ну, я подожду пару дней. Я не открою. Угу. Сэкономим там время. Давайте, заходите вот квадратик. Зайдете, зайдете. Ух ты, у пакистанцев есть армия. Походу мой шаблон юзают, да? Судя по флэп, по изображению. Ну все. Ты, наверное, еще закон 25% принял. Всех под ружье. Нет. Откуда тебя хуй люди? Чё-то что ты все только теряешь? Капай, чувак. Одну провинцию он капнет. Меньше суток осталось, надеюсь. Сейчас все это возьму штучку и все. Готов? Готов. Выходим! Ну все, с Синьцзянем мы разобрались. Мелочь, не мелочь, приятно. Юнань. С Юнань какая-то дрочь. У них рекрутов не должно быть. Если они закон не поменяли. Ну все. Вот почему ни одна сука сюда не заходит? Выходим. Сколько раз я давал им приказ зайти сюда, но никто не заходил. Даже когда можно было сойти спокойно на шару. Всем похрену, походу. Да Чунцина надо дойти, взять его будет вообще здорово. Будет за грибок. Только за гор уберите, и вы поймете. Нет, не за гор, а за гэр уберите. Слушаем! Слушаем!
глиф национально нарисовать, да? Кто там еще? Слушаю! Вам. В принципе, то же самое. Ну не для одной, мать вашу, дивизии. Что такие тупые? Я же всю армию выбираю. Специально даже кликаю по ней. Так. Угу. Кто-то еще там был. Вы. Ну, тоже куда-нибудь, я не знаю, сюда и что ли. Это уже не так важно. Можно не заморачиваться с планами. И кто-то там еще должен быть. А, вы вообще бездельники. Так, вон сюда. Все, выполняйте. Китай отчаянно пытается бороться, но у него шансов уже нет. Угу. Ну это было еще и в прошлой части ясно, что у него шансов нет, когда мы ему только войну кинули. Он сразу показал себя как таун, стоп. Опять нажимаю на это. Внимание! Случайно, конечно. Так. Ну, в порядке, потянул за, я бы на это не рассчитывал. Ну, чисто по фану. Синьцзянь капнул, ура! Немножко снаряги. Мелочь. Синьцзянь. Ну, добивайте эту дрожь. Готов выдвигаться. Я просто уберу эту, а цвет красит сам. Куньшань. Охрененное название. Кунь, куник, что-то у них куни, до хрена. Любители куней. Готов. Так. Такой вот такой. Такой. Готов. Он такой ведь. Выходим. Какая мерзость. Слушаю. Слушаю. Слушай, ты хрен, блядь. Цинань, цинань, цинань. Смирно! Выпилите вы. Все, Китай скоро падет. Шанси. Китай бьется до последнего. Я не поверю, что вы не выпить. У него там самого истощение идет. Сильное. Так, теперь по-хорошему надо бы разобраться с Сибой и Санькой. Я готов. Если сможете. Выходим. Это... Ух, ё-моё. Я готов. Я готов. Держать дистанцию. Вот так он нахрен. Выходим. Уходим, выходим. Опа, там дырка. Да, ну у нас там никого нет. Все, точно. Походу у Китая уже тут армии нет. Армии не хватает, он просто создает землю. Блин, так. Венесуэльцы там стоят. Ну как вы его просрали. Блин, у вас тут дохренища дивизии, вы не можете что-то сделать, не даете. Чайна. Чао. Готов. Чайна. Чао. Дорого будет. Очень дорого. Хотя подождите, кое-что гляну. Линцунджен, напряженность. Может стабильность тяпнуть. Но это не проблема для нас. Пусть тапка растет. Мы под огнем! Под огнем, под огнем. Подогните их уже. Че, кто-то атомку? Ох, ёб твою.
Кто на этот раз? Венгрия. Не надо было этим придурком давать атаку. Я бы не давал ее. А, американцы. Лучше уж на Нанкин кидали. Блин, вы давно могли кинуть на Нанкин, но вы кинули на вот этот городок. Тупые дебилы. Но это тоже все-таки ослабляет их. Не так сильно, вот если бы на столицу по ним кинули, то пипец был бы. 5%? Ух, ё-таё. Походу Китай придется полностью захватывать. Готов? С какого-то лешего. 5%. Выходим! Ну, так чисто, блядь. Выходим! Это уже наглость. Овер наглость. Внимание! Спасибо за внимание. Готов подвигаться. Блин, зайди отсюда. Смирно! Угу. Зададим жару! Зададите, зададите. Брось! Как все это долго. Да это пипец. Слушаю. Вот Индия, ну хрен ты встал и не атакуешь. Притурки. Чунцин тут надо обязательно взять. Китай не сломить. Китай что-то подрубил, походу. Чего хоть 5%, а не 20%? Национальная освободительная война. Ой. Ну все равно этого не спасет. У финнов такой же трейд был. Ну, конечно, финны они слабые. Даже у них, наверное, более слабые. Сильный трейд был. Просто учитывая, какая у них там армия, это ни о чем. Я готов. Готов, готов. Так все тухло. Угу. Кто эти придурком? Вы что, им порт дали? Пипец, вы дауны. Вы дауны. Я не буду препятствовать их отходу. Я разрешаю им дать коридор. Потому что они дауны. Слушаю. Они должны страдать. Пусть суд по ночам их кипяком. Вы же дебилы. Внимание. Вы что, особо умные? Вообще, я вам, по-моему, пририсовал уже приказ. Хотя... Нет, все нормально. Просто думал, может куда-нибудь себе и саньму кинуть, но там и так дохрена. Ох, не, вы гляньте на это. Дерьмо. Это пипец. Это великая миграция народов. Пипец, пипец. В Европе вообще никого. Зато тут дохрена дивизии. Не знаю, против кого вы их держите. Показалось? Показалось. Ну что Исландия как-то переименовалась, форму правления типа сменила. Точнее, идеологию. Так. На, идеология форму правления. Может реально на этот юань получится дойти? Но опять же, это в порядке, не потянуть. Китай идти с ним. Блять, да хрена тут еще ходить. Я замахался уже, это так изматывает. Но реально, война очень жесткая. Это вам, знаете, не Финляндию там троем отвергнуть. Готов подвигаться. Стабильность особо не растет. Занимаю укрытие. Да ладно вам. Бывает. 235 тысяч. А, ну дивизия, ну тогда ладно. Капнули, шкапнули, капнули. Чужие дивизии остались на их территориях. Мы с ними разберемся. Так точно. Отлично. Кто приказы? Дебилы. Поздравляю. Добро пожаловать в котел. Дауны. Вот, ё-моё, колесико. Сходите, забирайте. Внимание! Спасибо за... Готов подвигаться. Если успеете, ну вы не успеете. Так. Ну, я готов. Соединиться бы с ними было бы вообще идеально.
может психануть, реально атомку на него скинуть. Это как неправильно будет. Тем более у нас даже реакторы еще не построены. Реактора где-то у нас. Построить его. Умеем сделать, мы их не производим. А зачем? Действительно. Готов! Готов. Радуйтесь, что вас спасут. Так. Продолжаем атаку. Хин. Идеально было бы. Да-да-да, шведским рабочим надо помочь. И китайским помочь надо рабочим. А то их свое собственное чанкайшистское правительство поливает атомом. По сути дела. Ну, типа, я не против, и я даже сам против, но... Если бы они сдались, никто бы их атомом не полил. Так. Я готов. Я даю вам коридор. Ходите. Че у вас по рекрутам? Наверное, полный стек. Вы еще коммунист, как бы. Российская партия Китая. 364 тысячи. 53. Сколько вот у этой дрочи 53 дивизии? Ладно. Окей. Бывает. Окли-докли. 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 Ну вы что, выбить их серьезно не можете? С вами, походу, все очень плохо. 40 тысяч. При том же законе. Что-то странное происходит. Вот вы тут закрепились. Ну, хотя прорывали. Он даже не держит с вами границу. Блин, там на бутылку присаживается. Внимание! Должны прорвать. Выглядит как третий рейд, тут сверху мод. Как флаг нацболов у них выглядит, если только синий заменить на черный. Да, выглядит это так. Ну вот они даже не пытаются. Они просто не пытаются. А, они забили. Они забили. Ну, Нанкин, возьмите! А, зато пытаются. Что-то там же. Опа, опа. Успеем. Он туда не отступает, так что успеем. Ну что-то хорошее. Вот что-то. Это не очень. Так, китай хрен тут продавишь, это пипец. Внимание. Спасибо за внимание. Слушаю. Полный пипец. Смирно! Так точно! Так. Вы что, Саньку бросаете? Ой, с этим пустынем, конечно, воевать. Это полный. Вы что, забили? Выпить их нахрен оттуда. Не надо делать такое грустное лицо, типа не, мы не сможем, и не по, у вас не получится. Все у вас получится, придурки вы обдолбанные. Ладно. Окей. О, колдудал, да ла-ла. Смирно! Я готов! Вот это оказался. Минуточку. Минуточку. Смирно! Не знаю. Успеем. Главное галмут взять. И все. Будет полный галмут этим мудом. Что там по потерям? Почти 2 ляма. Наш потеря всего блока 642 тысячи, а именно наши всего лишь 361. Очевидная победа. Ну чё вы их не давите? Готов? Выходим! Mm-hmm.
Manpower сколько? Уже час, больше сейчас пишем гораздо. 20 миллионов, было 26. Да, народ он сливает активно. А, я ждал же начала, да. Давайте. Зададим шару. Зададим, зададим. Выходим! Нормально. Так. Кто? Готов! Готов, готов. Хорошо зашло. Ты юань возьмем. Посмотрим. Ну, как минимум мы будем уже стоять на границе с ними. Это уже хорошо. Готов! Так, стойте, стойте. Тут мы не возьмем. Жаль. Слушай! Ну и так уж сильно жаль. Отлично взяли этот город. Это очень хорошо. Готов! Ройс! Готов! Угу. Все. Хорошо. Ройс! Выдавно. Это вообще дебил. Мирно! Не знаю, как они это делают. А он что-то подрубает. Так точно. Рано или поздно вы должны порвать. Подождите, вы. Принимаю укрытие. Это будет круто. Гуансийская клика что-то стоит, ничего не делает. Ладно, пишу, пока место не кончится. Опа. Внимание. Выходим! Правда, всего лишь одна дивизия. Это тоже неплохо. Тоже неплохо. Выходим! Реку, реку, реку. Ройс. Самое главное взять реку. Идите нахер. Так. Вперед! Хорошо. Чай опять кончился сейчас. Термос, не термос, немножко прожурчит. Думаю, ничего страшного не будет. Я на экран смотрю, если что. Вот, чуть не дали. Как был советский плакат? При розливе пива, если вам не долили, требуйте долива. Можете поискать, требуйте долива или как-то так называется. Краю. Так. Так, туда. Готов подвигаться. Мирно. Угу. Ну все, вошли в наступление. Сейчас бы с ними еще соединиться, вообще будет идеальный фронт здесь. И просто вжух сюда и все. Но Китай уже не дееспособен. Так точно. Ну, конечно, сколько тут армии воюет, это пипец полный. В ручном управлении особенно. Угу. Минус одна дивизия. Жду приказа. Попробуйте, попробуйте. Выходим. Должны прорвать. Внимание. Что-то помогу. Прорвете. Так, стоп, что у нас. Так точно. Прорвете. Одна дивизия, мелочь. Ну все же. Наверное, надо было указнить этого Чан Кайши. Стоп. Внимание! Спасибо за внимание. Ха, 3400. Больше половины его авиации. Готов подвигаться. Слушаю. Чувствую. Я готов. О, венесуэльцы, правильно. Венесуэльцы, надо мочить этих сволочей тут. Ничего, скоро мы там через Коста-Рику, потом через эту пройдем к ним. Я готов. Тогда мы разберемся. Ставка потихоньку растет. Надо было раньше мы этим заняться. Готов.
ничего страшного. Вообще, то есть дебильную систему решения относительно недавно внедрили. Готов! Нет, потом так лучше все сюда. Верно! Тут дебил бросает город. Молодцы. Тауны. Туда же сюда идти. Хоть больше смысла принесет. Готов? Плюс вы сдохнете, может быть. Это тоже здорово будет. Может быть, это их чему-то научит, если они умрут. Так. Тут что у нас? Не прорвали вы все-таки? Внимание! Зря. Вы можете их там прорвать. Откуда у меня столько там дивизий? Готов? Слушаю. Слушаешь, слушаешь. Готов подвигаться. Что только... Готов! Хрен он сюда понагнал всех. Жгу, антийская клика подъехала. Я готов. Подойти нахрен. Вы должны смочь. Я готов. Измажен. Чё? Так. Смирно! Ничего хорошего. Слушаю. Хотя с двух направлений можно попробовать. Выходим! Может, получится. Но это не точно. Готов. Опа! Авиацию убрать. Ах, тебе авиация, чувак. Ура! Венесуэльс подпергал. Внимание! Хорошая новость. Куда собрался, чувак? Стоять. Мирно. Угу. 44 миллиона тут населения. Захват этого региона очень сильно ударит по нему. Мы это уже видим в цифрах. 1.5% от 44, но это много. Тут что-то вообще тухло. Да ладно. Вы сможете взять его? Молодцы. Я готов. С двух направлений зайти, если туда получится, это будет вообще охрененно. А если там вообще никого не будет, это будет вообще охрененно. Опа. Нет, все-таки там дохренища. Целюсь. Кстати, получается. Очень хорошо. Тупая сука. Вот что они сделали. Я shift зажал тогда, хочу заметить. Вот, правильно. Это, пусть этих дебилов их смерть чему-нибудь научит. Потому что они бросали город. Готов подвигаться. Ну или может быть тогда смерть тут уже очевидно не будет. Угроза смерти может быть чему-то научит. Если прорвете, будете зайками. И лапками. Чего? Там стабильность еще растет. По-моему, кончилось. Вот так вот по чуть-чуть продлевать ее. Ой, блин. А, нет, работает, работает. Может, где-нибудь еще можно ее апнуть. Нет, нам надо повышать стабильность, а не понижать ее. Внимание! Хрен, вы тут выбите. Ну надо пытаться. Тут линию двигателя. Я готов. Надо знать. Дауны. В дупу ранил был герой. Готов! Ну давайте-ка назад уйдем, да? О, дауны. Тоже отступают, бросают землю. Три дурки. Нанкин взяли. Потребуется гратами, чтобы порвать его жопу.
хочет капитулировать. Я готов. В Юнане, наверное, с ресурсами вообще плохо все. 38 тысяч. Закон не меняет эта тварь. У тебя потери, естественно. Мирно. Хоть день его продать можете. Потому что это очень маленькая страна из одного региона. Каждый квадратик повышает вероятность капитуляции. Но столицу все равно, блядь, придется. Слушаю. Взяли, кстати, да? Санька капитулировать будешь? Блин, это плохо. Придется конкретно его мочить. Это очень плохо. Готов побегать. Давайте массовый удар. Хотя с вашей организацией тут массовую смерть может только устроить. Спасибо за внимание. Я не буду задрачивать, пусть отступают. Если они просут этот город, я их кастрирую. А затем расстреляю, затем снова кастрирую, а потом затем снова расстреляю. Дебилы. Готов? Я вообще не должен этому препятствовать. Почему я должен с ним бороться? Ну, раз они не стали их убивать, я такой, ну ладно, это демократично право на жизнь. Пусть живут. Дебилы, блин. Ну там реально был котел, они взяли, просто бросали порт. Тут я не знаю, как они умудрились. По-моему, у нас какие-то диверсанты скрыты. Не всех нацистов вычистили, что ли? Это не слабистые. Самим Китаем что? 5%. Кох. На 5% его опустить будет тяжело. Наша надежда, если бы здесь прорваться. Здесь мы, конечно же, не прорвемся. Готов? Взяли этот квадрат? Да, взяли, молодцы. Ну как, еще не взяли? Де-факто. Я надеюсь, успеют. Да, успеют. Все, ну давай, попробуем выйти на сегодня. Ну, успехом. Сидите в котле, правильно сидите. Слушаю. Готов подвигаться. Угу. Надо искать точки, где он слабый, и долбить по нему. Рассчитывай на то, что рано или поздно все получится. Ха-ха, в конце длиннее сидите. Куда-то собрался, надо дошел придурок. Ладно. Готов. Ну кто вас в дупу ранит? Эти дауны, не поверь мне за что, хоть убейте. Шанси. Шанси, шанси. С Китаем что-то делать надо. Ничего с ним нельзя сделать. Выходим! Угу. Кстати, если повезет. Может получиться. Ну, две дивизии все-таки мелочь, но. Из таких вот мелочей строится победа. 10 таких мелочей, это уже 20 дивизий. У них всегда мелочи бывают. Жду приказа. Даже армии нет, это плохо. Готов! Но это уже чисто наглость. Угу. Так и идет. А внимание! Ладно. Может делать мудрые шаги, ну нахрен. Готов!
Ура, не сдохли. Надеюсь, эти пидоры усвоили урок. Зададим шар. Зато теперь не будут знать, что нельзя давать дебильный... автоматически выполнять дебильные приказы. В следующий раз они уже этого делать не будут. Верно! Выходим! Тогда тут отставьте. Есть. Если успеем. Да, успеем. Угу. Готов подвигаться. Все. Давай, пытайся прорваться. Быстрее сдохнешь только. А это плюс для нас. Что, у меня место еще есть? Нахрен. Готов! Скоро вылететь должно уже. Чувствую это. Так точно! Просто не могу закончить, пока место есть, я писать буду. Я готов. Слушай. Тесните, тесните, у него проблемы с манпауэром, да? Со снарягой, значит, проблема, потому что не боеспособные части. Тут что у нас, прорвались, молодцы. Готов. Пустая? Выходим. Пока что да. Я готов. Давайте. У нас есть шанс вынудить их капнуть. Сейчас сын тут попадается. Ты не проберешься тупо. С вами что тут? О. Хорошо. Что приказа? Выходим! Смирно! Заходите! Так нарезал, сделан, блядский. Ну ладно. Готов подвигаться. Выходим. Угу, выходим. Заходим. Выходим. Готов. Ну, Китай, да, близок. Капитуляция очень близок. Уже не дееспособны. Сколько у тебя дивизий? 16, по-моему, было 10.50 на это начало. Уже 17.3. Это уже он уже 10 миллионов мэнпауэра просто просрал. Ну и за оккупации в первую очередь. В вторую очередь из-за потери. Готов подвигаться. Готов подвигаться. Все, кончилось место. Последние штучки сделаем. Я посчитал где-то минут на 5. Хватит. Выходим. Парочку. Я готов. Убил. Так. Снабжением. Ну, ожидаем. Готов проблемы подвигаться. С снабжением. Готов подвигаться. Мы успеем раньше. Мы раньше пойдем. Мы раньше, раньше. Я говорю, что мы раньше пойдем. Мирно! То, что сверхналость. Подвигаться. Попробуйте, делайте хоть что-нибудь. Так. Ройс! Ни хрена себе, Монголия большая. Может им реально такой выход к морю дать? А чё, красиво смотрится. Монголия стронг! Так точно! Так точно. Ну, в наглую, чисто уж совсем в наглую. Вы еще живы? Идем, идем! Мы же закопали же уже. Угу. Жду приказа. Внимание! Спасибо за внимание. Ну все, ханы. Слушаю. Котел.
Жду приказа. Намечается. Я готов. Наглость намечается. Слушаю. Номер наглость. Готов. Угу. Скоро, скоро. Надо дать экстремальные условия. Ну, эту штуку. Выходим! Уходим, уходим. Дуня. Люблю, когда в котел берут. Тут поржать можно. Слушаю. Вы их не убили. Сейчас будет как там тут. А, вы еще с ним даже не... Ядрить его, дауны. У вас просто 47-я хромосома. Готов. У вас на лице написано. Хотя я там толку от них никакого, но выбить-то их надо все равно. Так, надо закончить часть. Макс, надо закончить часть. Да-да-да, Швеция. Кстати, там скоро война начнется потом. Жду приказа. Сейчас соединим линию. Давайте и заканчиваем. Хорошо. Кстати, вот они тут в котле сидят, у них там база не поспеет. Молодцы. Внимание! Сейчас вас вытащим из котла. Я готов. Ну, ладно, и на... Жду приказ. Так, ждем, 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 ждем. Тут пустота. Да, ее заберут сейчас. Сейчас котел тут откроется. Это быстро. Стапка-то растет. Готов! Ну все, Китай остался только центральный, земли тут не такие, но все-таки сытные, нет, вообще сытные, да, но не на 44 миллиона, ну ладно, не суть, давайте заканчивать. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баски, и мы сегодня с вами вновь продолжали проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру, игру на неплохую и интересную под названием Hearts of Iron IV, это была уже с вами 15-я, я говорил, да, по-моему, да, часть, и чего мы с вами достигли, первое, Синьцзянь капитулировал. Второе, мы очень сильно продвинулись в Китае, во всех странах, с которыми воюем. Гуансийская клика пока что не уступил, но я не сомневаюсь, что они уступят. Хотя нет, сомневаюсь, скорее всего не уступят. Но вероятность существует, не знаю, посмотрим. Но раз они так долго не уступили, я не думаю, что... Или может под конец вступят, когда уже все плохо, типа, а, ну мы же типа поможем сейчас, и все будет за грибок. Так что не знаю, посмотрим. В целом все довольно неплохо, Китай скоро будет повержен. И в мире останутся только очень слабенькие страны, которые им принести КМИС, но это как раз плюнуть. Ну, вот как-то так. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баски, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующих видео, что с вами в старом добром консервативном канале. Всем пока!